День белорусской письменности в следующем году примет Полоцк. В основе такого выбора не одна значимая дата – 500-летие белорусского книгопечатания и первой Библии с Карины, а также юбилей самого Полоцка. Городу исполнится 1155 лет. В честь праздника создадут памятник или памятный знак, а ко дню белорусской письменности разработают насыщенную программу с концертами, литературными встречами, выставками. Эти вопросы сегодня были включены в первое заседание Оргкомитета по подготовке и проведению Дня белорусской письменности в Полоцке. Поручение дано не только Министерству культуры и Министерству информации, а всем республиканским органам управления, конечно, Витебскому облсполкому, Полоцкому райисполкому, для того, чтобы этот праздник был запоминающимся и знаковым и для жителей города Полоцка, и для жителей нашей страны, ну и для тех гостей, которые приедут. Полоцк не впервые принимает День белорусской письменности. Праздник решено превратить в уникальное культурное событие. Сегодня на заседании высокую оценку получил и Рогачев, который принял это масштабное событие в этом году.